10 лет. 10 лет, только представить. Это был 2011 год. Я тогда узнал из какого-то средства массовой информации, уж не знаю, где-то в сети прочитал, о том, что в Новосибирске какая-то книжная лавка, которая совсем вот только-только открылась, проводит чемпионат по чтению, и называется он «Открой рот». Думаю, вот ведь книжные черви, какие молодцы, какие креативные, придумали же вот чемпионат. Очень классная вещь, я прям позавидовал. А потом где-то читаю, такая-то Фаустов проводит. Так а кто еще-то? Кто еще в Новосибирске мог провести вот такое вот, я даже не побоюсь этого слова, мероприятие? Конечно, только Фаустов, я-то его знаю, старый проныра, авантюрист. Он как что задумает, непременно воплотит. Он тогда на Кузбасс-ФМ делал программу музыкальную. От имени журнала «Мания» выступал, делал такой хит-парад. Мерзким таким голосом читал в эфире какие-то подводки про музыку. Я не знаю, почему я выпускал его тогда в эфир, но почему-то выпускал. Наверное, потому что доверял, наверное, потому что у человека харизма. И вот он со всем вот этим вот бэкграундом, со всем этим багажом мутит «Открой рот», и я думаю, я хочу. Я хочу, чтобы этот чемпионат проходил в городе Кемерово. Я хочу, чтобы он прошел обязательно в эфире радио Кузбасс-ФМ, потому что, ну, это очень круто, крутое название, крутая затея. И знаете, чемпионат состоялся. Состоялся и в Кемерово, и не раз. И был в эфире радио Кузбасс-ФМ. Правда, один раз, но это было все равно очень круто. Мне довелось сидеть в жюри. Мне довелось стоять на сцене в качестве участника. Я, в общем, через все прошел. И через водку, и через скандалы, и через выступление. Неудачное, но все ж, в жюри как-то поудачнее доводилось посидеть. Но я поздравляю всех. Я поздравляю всех с этой датой. Я поздравляю всех с днем рождения. Открой рота. Потому что это очень крутой проект. Я желаю всем оставаться в этом сообществе как можно дольше. Я желаю всем продолжать оставаться такими же увлекающимися, честными, бескомпромиссными, пьющими участниками этого чемпионата. Не знаю, станете ли вы чемпионами, потому что, насколько я понимаю, чемпион – это «Спартак», а «Forever in my heart» – это, конечно же, новокузнецкий «Металлург», потому что Фаустов даже уже в телеграм-канале «Открой рота» пишет о спорте. Но это как можно терпеть? Ну, а мы терпим, потому что этот проект очень крутой. С праздником, ребята!